Всем привет! Все-таки пришлось нам приобрести эту бутылочку. Вот, смотрите, маленькая девочка у нас. Только начинаешь пробовать им давать, она лезет, забирает и начинает кушать с нее. Давай, давай, смотрите. Ну, показывай как-то. Нет, грызть не надо. Дошка же, кормите меня. Будешь? Не скажи, да? Камеру выключи тогда. Все, Маша, на. Сейчас Машу попросим, чтобы она нам... Ну, здрасте. Помогла. Ой, Маша там гремит у нас. Маша, туда взялась к ним? Вот они, ползуны. Сейчас просто хотим попробовать. Они, конечно, кушали у мамки, но мамка их... Ой, тут что ты спящего? Ну, давай, Балушу. Давай попробуй. Не... Да. Будет он, не будет. Ну, скажи, давай. Джесси, что это ты делаешь? Все, она делает, как ей удобно. Джесси. Джесси, конечно, странноватенькая стала. Не поймешь, кормит она их или не кормит там. 5 минут максимум с ними полежала, все ушло. Вот она опять пришла. Непонятно ее состояние. Маша пытается накормить. Давай попробуем. Ну на. Там нужно удавливать. Удавливать. Нет, просто дырочки не хотят.